Всем здорова, с вами я Метеор, и сегодня я продолжаю играть Deadhead. И что значит произошло еще? Я прокачал медика, мне посоветовали медика, да? Ну, я его прокачал, конечно, не сильно, где она у меня. Вот, 7-го левела всего, у меня просто закончились уже легендарные улучшения. Я из эпиков тоже перекрафтил, и все, только на 7-й левел хватило. Но, знаешь, ты, кстати, что делаешь? Кинош на такое себе, да? Ножик кидать такое себе. У тебя ничего нет, в принципе. 7-я локация. Вот с таким вот, стаком попробуем. Погнали. Надеюсь, я смогу ее пройти. Я на это надеюсь. Ага, тут бронированные, да? Ну, смотри. Возьмем, давай, вот так. Смотри, вот так. Вот так. Вот так, вот так. И получается еще медика вот сюда я поставлю. Ну, блин, не знаю, хватит ли одного стрелка. Ну, давай попробуем с одним стрелком. Смогут ли они у меня выжить вообще? Кстати, надо сразу использовать ярость. Я забыл, блин. Вот это моя ошибка была сейчас. Потому что я не сразу ярость использовал. Так, давай пока хилих. Потихоньку выхили. Ух ты, какие тут у нас идут. Ты, надеюсь, мимо пройдешь? Нет, он... А, не, он мимо, нормально. Он прошел мимо, повезло. Урона капец как не хватает, слушай. Сейчас он как раз-таки будет бить, не дай бог, медичку. Нет, он прошел тоже мимо. Ну, ладно. Ну, а первую волну, в принципе, я отобью. Но вот что делать дальше-то? А, ты стрелять будешь? Спасибо. Ну, я не знаю, хил зависит от уровня или нет? Вот если... Нет, ты не делай так больше никогда. Ну да, первую волну я отбил. А вот что делать дальше-то? Я даже не понимаю. Ага, здесь у нас получается... Получается, шо у нас тут получается? У нас тут получается ахтунг, получается, да. Также под яростью сразу залетайте, пацаны, бейте их, кого можете. Так, одного убили, воскрешай, хорош. Главное, чтобы ее не убили, а то это жест будет, это полный жест. Вот, лишь бы она не отвлекалась никуда и чисто хилила и тут стояла. Но, блин, у меня стрелков мало, поэтому волну, скорее всего, даже немножко я сдержать не смогу. Мне этого не хватит. Блин, ну чуть-чуть времени не хватает, вот, чтобы добить. Ну, куда ты пошла вот, а? Вот куда она? Хотя, смотри, я отбил волну. Но дальше мы не проходим, да, так как здесь, типа, волна идет из-за этого только, да? Жалко. Или проходим, или что? А, он, то есть, сражается там, да, Глен у меня до сих пор? Все, вот его точно уже убили. Эх, две волны прошел, ну слушай. С медиком, да, это хорошо, но сейчас я не знаю, что делать, потому что у меня, по сути, мало сейчас будет, как его? Воды, сатен всего, да, там, и за этот сатен, я не знаю, как... Слушайте, здесь надо тогда сделать вот так. У тебя обязательно. Тебя. Ну и, наверное, так как ты больше бьешь, хотя он ваншотит. Но он бы... Так, сразу, опа, под яростью. Там вот это я ее не заметил, блин. А, хотя нормально. Но вдвоем они за первый раз не справятся. Ой, не справятся. Хотя минута, в принципе. Если вот этот тут не убьет сейчас мою медичку, не надо. Стреляй, пожалуйста, по зомбакам. Будет хорошо, если ты будешь чисто по зомбакам стрелять. И никуда больше не будешь отвлекаться. Можешь выстрелить, пожалуйста. Что-то ты за тупость ловишь. Слушай, шериф, не надо так. Так, все, перезаряжайся, быстрее вот этого убивай. Убивай. Медичка не надо. О, а вот это плохо, то что медичка сейчас... Нет, она отбежала, это хорошо. Она додумалась и она отбежала. А то я думал, сейчас она на зомбаков сагрит. Не, смотри, минуты в принципе хватило. В принципе хватило даже и минуты. Ну вот теперь все, да? Я надеюсь, тут только три, да. Три волны было, как и везде. А то раз тут под конец решили сделать 4, а не 3. Было бы смешно, да. Очень. Ну, в принципе... Да ты шо, мне легендарочку дали.
Но у меня все равно нет этой... Как его? Как сказать? Энергоса. Здесь же точно нет? Да, здесь нет. Ну, получается, что? Получается, все, я добычи все прошел, да? И это офигенно, вот таким стаком. В принципе, можно вообще все добычи таким стаком проходить, я думаю. Это офигенно. У меня кто-то лишний был. А, у меня охранник, по-моему, лишний был. Да, ничего не скажешь. Вот он вообще особенно помогает, потому что может несколько раз вставать. Ну, она, да, она там дорогая, еще ее качать надо. Ну, в принципе, ладно. Ну, короче, что я говорю, закончили мы вообще со всеми добычами, уже со всеми миссиями, и все миссии закрыли на 3 звезды, можно сказать, прошли полностью на 100% эту игру, только я не знаю, сколько здесь, кстати, званий еще есть, мне по сути звания должны, да, мне еще одну галочку дали, а почему одну, я по-моему, или нет, подожди, или я тоже типа так не участвовал на 10-й лиге, не воевал, поэтому мне не повысили звание, странно, ладно. А может быть, это я всего второй раз откатился, уже даже и не помню. Ну, короче, что я говорю. Хотел бы я сделать конкурс на 625, да, там вот, на вот на такую вот сумму я хотел сделать конкурс, да, на 625 бачей. Также поставить лайк, коммент, только, пожалуйста, любую связь, чтобы я с вами мог поддержать это ДС, ВК, не знаю, Инстаграм, не знаю, что-нибудь вообще, что у вас есть, чтобы я с вами смог связаться и выручить победителю валюту, потому что я не хочу опять по полтора часа там с каждым связываться, ждать по несколько часов потом, поэтому нет, я так не хочу. Сразу я буду, наверное, делать так, у кого вот есть ВК, тот и победит просто, и все. Ну, не ВК, а просто связь какая-нибудь там, ДС, ВК или что-то. Просто если обычный комментарий без всего, то... Я, наверное, буду отсеивать его. Наверное, буду так. Ну, ладно, час дам, наверное, на раздумие этому человеку, и все. Ну, а я вам говорю, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. И хорошего настроения на этот день.